Всем привет! Сегодня хочу показать более короткоствольную модель Дирринджера с резьбой под глушитель. Сделан корпус с тракторной рессоры. Она закалена, очень хорошо в этом убедился во время ее обработки. Бланк ствола с нарезами обточил и подогнал по корпусу ствола. Это самый простой способ получить хорошую точность для патрона Флабера, но не самый дешевый. Потому что бланк ствола еще нужно где-то достать. Чтобы поставить глушитель, нужно открутить вот такую вот декоративную заглушку, которая защищает от пыли и повреждений. Глушитель довольно компактный и не закрывает целик. Даже по просвету видно хорошая соосность ствола и глушителя. Вся эта стрельба проходит в очень маленькой комнатушке, 2 на 3 метра. От выстрела патрона Флабера калибром 4 мм звенит в ушах, поэтому приходится стрелять в наушниках. Сорок миллиметров пластилина комнатной температуры простреливает на вылет. Это с очень близкого расстояния. А теперь постреляем с глушителем. Чисто по ощущениям, в пару раз тише и комфортно для ушей. С глушителем пуля залазит в пластилин на ту же глубину, что и без него. На пуле, если присмотреться, видны нарезы. Вот это накоптил. Наверное, тут дым еще с прошлого выстрела. И для сравнения